вот тут-то вот хуйня. А хули бренду пропадать? Пожаренный на гриле кусок мыла. Иисусий сок, блядь, спустился с небес. Очень-очень спорно. Бля, это же Dark Side. Вот прям ебануться как крутым, да? Йоу, ребят, всем привет, с вами Дава Дым. И как мы успели уже заметить, вот здесь по этому пакету, это Smoke Angels. А для тех, кто не шарит, кто не в курсе, что такое Smoke Angels, расскажу. Это продукт, который появился совсем недавно. Это такая горячая сучья новинка. А, и этот продукт от Джон Кальяна. Да-да, именно от твоего любимого Джон Кальяна. Именно от того самого Антона Гайворонского, который висит у тебя портретом над кроватью. И именно тот, на кого ты смотришь и подчесываешь свои яйца, потому что желаешь пожать ему руку. Так вот, Антон сделал свой табак Smoke Angels. А это вообще изначально должен быть видеоблог на Ютубе, который больше нацелен на такую европейско-американскую аудиторию, но, видать, он не пошел, и они решили, а хули бренду пропадать, да? Давайте-ка уебеним из него табак, и Dark Side ему в этом помог. Как мы видим, у нас есть вот такая вот пачечка, да? И она очень поминает по своей, грубо говоря, форм-фактору Dark Side. Даже вот этот шрифт табак для кальяна Smoke Angels, тоже, собственно, Dark Side-овский, да? Так вот, сам по себе табак, как заверяет Антон, не крепкий, средний, чуть выше среднего. У нас вот здесь сейчас греется 4 кальяна и есть, собственно, 4 вкуса. Давайте, собственно, пройдемся по вкусам. Это десерт корн. Это, короче, такой молочная такая кукурузка. Пахнет от нее даже сейчас, то есть эта кукуруза перебивает все остальное. О каждом вкусе потом чуть поподробнее, да? Потом грешный фрукт. Потом идет у нас Pacific Road. Я про него расскажу, что это такое. И самый последний у нас вкус, четвертый, это Divine Peach. Beach. Rich, да? Так вот. Давайте, собственно, смотреть, что еще у нас есть в этом пакете. Да, было очень прикольное условие. Покупаешь пару пачек на Джон Кальяна в Хукамаркете и на Джон Кальяна Фесте. И получаешь пакет с ништяками, да? В этом пакете у нас есть две вот такие вот бандамы. Типа, чтобы ты был ебейше крутым. Вот прям ебануться как крутым, да? Черная и голубая, чтобы ты мог выбирать, грубо говоря, по четным дням ты в черной, по нечетным в голубом. Да? Далее идет вот такой вот напиточек. Это рутбир. Я думаю, те, у кого в кальянах стоят американские напитки, они знают, что есть мук рутбир и есть аве рутбир. Да? Это такой североамериканский напиток, чем-то заменяющим пиво. Короче, когда-то в каких-то сухих законах это вроде практиковалось, да? Далее есть вот такие вот а-ля запонки, я не знаю, да, как их называть, брелки эти, ну, значки, короче. Тоже с крылышками, Smoke Angels, слишком много крыльев. И, собственно, вот такой вот металлический пиздатый брелочек, да, я его, собственно, повешаю на ключи. И все, в пакете больше нет. Ну и вот такие вот резиновые наручники, будь рабом, да, собственно, любого бренда. Так вот, давайте теперь разбираться далее. Антон Гайворонский, то есть либо компания Dark Side, даже не знаю, да, как. Ну, короче, Smoke Angels очень сильно решили прям выебнуться, прям охуительно как выебнуться упаковочкой, да. Помимо толстого картона есть такой вот фольгированный, металлический, да, металлопохожий, блядь, пакет Smoke Angels, опять же, крылья, официальный хэштег Follow Smoke Angels. И, собственно, Design and created, создано типа, в Москве, да? Далее, мы открываем этот пакет. И тут лежит вот такой вот табачок. В принципе, даже самый такой отчаянный курильщик, когда увидит вот такую вот маркировку, сразу поймет, бля, это же Dark Side. Так что, все понятно. Да, да, и в принципе, это даже и не скрывается, потому что здесь даже написано... Претензии принимаются премиум табака, да? Премиум табака это у нас что? Это у нас Dark Side. Так, ладненько. Мы посмотрели, как все это упаковано, как все это красиво.
Давайте, собственно, начнем потихонечку прокуривать и, наверное, покурим из десерт-корн. Да, собственно, у нас шланг. Собственно, вот наш шланг. Это, короче, кукуруза молочная, пахнет она заебись, а вот как на вкус, я сейчас не знаю, потому что я не курил и курю сейчас вместе с вами. Но на моменте курения я вот сейчас чувствую, что он не такой яркий, как он пахнет с пачки. С пачки прям такой ядреный, кукурузный такой вкус, да? Прям вареная кукуруза. И с пачки это чуть-чуть поприятнее, чем кукуруза от ВТО пахнет. Ну, прям понасыщеннее, но на деле нет. А сама ароматика очень похожа на дафтовскую кукурузу и вроде масха... и джасмол кукурузу. Очень похожа, прям, может, возможно, идентично прям. Курица мягко. Очень мягко. Я бы даже сказал бы, что не чуть выше среднего, а средний чуть-чуть ниже среднего. Учитывая, что у нас прогрето прям все заебок-заебок. Но не так прям как круто, как хотелось бы, да, вот прям по крепости. Я бы, наверное, все-таки сделал бы более покрепче линейку, а эту бы оставил. Ну, она прям пиздец легкая. Вот не спизжу, вот пиздец прям легко. А идем дальше. Это у нас синерфруит. Это грешный фрукт. Растолкую, да, собственно, что такое грешник. Грешник, как обычно, в аду жарится на огне, да. И здесь же пожаренные на гриле кусочки ананаса. Звучит сочно, да, вот как прям пицца с ананасами. Такая же, сука, сочная. На деле это пожаренные на гриле... одеколон. Или еще хуже, пожаренный на гриле кусок мыла. Как именно ананас какой-то хороший, прям вообще никуда. Возможно, есть какая-то серединка ананаса, да, вот в ароматике, в линии ароматики чувствуется, но больше отдает мылом и одеколоном, а нет, это мыло, пожаренное на гриле в масле от одеколона. Я думаю, мы с тобой вместе только. Так, средний очень, вообще никак. Идем далее. Этот у нас вкус называется... Pacific Road, грубо говоря, это рутбир, про который я говорил, собственно, и вот сам напиточек, да, даже чтобы сравнить, а я люблю очень сильно рутбир, я помню, я прям с холодильника этот рутбир выпивал прям просто блоками. Они, кстати, вот этот рутбир в банке говно. То есть, Pacific Road – это прям 100% рутбир. А вот тут-то вот хуйня. Какой дешманский рутбир совсем. Короче, кто никогда не пробовал пить рутбир, либо курить рутбир, я понял, ребят, это, сука, заговор. Компания Darkside забрала на баланс себе табак Мэтт Пир, чтобы своровать у них аромки. Это ворованные аромки. Точно. Твою мать, это же Мэтт Пир. Ладно, шучу, прикалываюсь. Возможно, как-то да, есть, но это так, лишь мои бредни. Вот кто не пробовал, вот обязательно попробуйте Pacific Road. И возьмите себе хороший американский рутбир а-ля АВ, либо Муговский, да? И будет прям вот топчик.
Ну, за рутбир, Smoke Angels'у однозначно прям хороший такой лайкос. А вы, кстати, тоже можете мне под видео поставить лайк, либо дизлайк, как хотите. И идем к нашему, наверное, последнему. Это Divine Peach, это персик. А сейчас я вам прям... Давайте я вам сейчас прям точно прочитаю, да? Что это такое, прям вот, чтобы не объебаться. Как утверждает сам Антон Гайворонский, Divine Peach — это черный чай с добавлением сочного персика и винограда, да? Прям вот должно быть сочненько, прям присочненько. Один в один, а Tanjeer Peach Iced Tea. Прям один в один, и никакого винограда здесь нахуй нету. Вообще просто нет. Вообще он не прочувствуется. Может, его для чего-то добавили, чтобы подчеркнуть что-то. Но... явно его здесь нет. Это прям чистейший Peach Iced Tea от Tanjeer. Прям вот один в один. В целом, табак очень дымный, а каких-то негативных таких моментов при курении именно табачного листа нету. Курится плавно, равномерно, но вот с аромками, этими четырьмя вкусами, которые есть на данный момент, так себе. Грубо говоря, из них здесь вот один — это Pacific Road, прям топ. Остальное, грубо говоря, мне не очень понравилось, а особенно мне не понравился Sinner Fruit. Это реально мыло, жареное на масле и на гриле. Очень-очень спорно. Но Divine Peach, как именно персиковый чай, очень круто. А как именно просто персик с виноградом, ну так себе, я не знаю, простите меня, конечно. Возможно, сейчас все такие яркие хомячные фанаты Антона Гайворонского меня матерят и говорят: ты чё, долбоёб, это табак божественный, Иисусий сок, блядь, спустился с небес. Ну, я, конечно, ожидал большего. Я думал, продукт будет куда крепче, потому что, ну, он даже не тянет на средний табак по крепости. Очень не тянет, прям вообще. Кукурузка, вот она вроде уже и прогрелась, и постояла немного. Она очень мягкая, она не прям такая кукурузная, прям чтобы прям кончить от этой кукурузы, да? Но попробовать, конечно же, продукт надо. Но пока я подожду, когда выйдут все остальные 10 вкусов, да, потому что планируется выпустить линейку из 10 вкусов, пока есть только 4. Как бы неплохо. Подожду еще других вкусов, и я думаю, наконец-то там появится двойное яблоко. Антон, где, сука, двойное яблоко в первой четверке? Поэтому это Smoke Angels, Follow Smoke Angels. А, да, забыл напоследок сказать. Дизайн пачки. Ну, простой, максимально простой. Ничего в нем такого нет. Я думал, будет куда пизже пачка, да? Так, крылышки прикольные сделаны, они вот так вот отблекивают, мне это очень нравится. Ну, дизайн максимально простой, зато его на полочке будет хорошо видно, он прям белый, он будет среди всей пестроты прям выделяться, да, своей простотой. Поэтому это кальянный бизон мы здесь снимаем, мне ребята так сказали: ладно, поснимай, только громко не ори, да. Всем пока-пока, это Дава Дым, пишите свое мнение, что вы думаете о продукте Smoke Angels, кто его уже попробовал. Напишите мне в том, в чем я не прав, я обязательно почитаю. Пока все, с вами был Дава Дым, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь и, наверное, все-таки нажмите колокольчик, потому что последнее время YouTube, из-за того, что у меня такой дымный табачный контент, меня не сильно часто закидывает к вам в ленту. Пока-пока.